Игорь, пойдем в магазин? Ань, давай в другой раз. Так устал сегодня. Но ты же обещал. И что? Ты тоже много чего обещаешь и не выполняешь. Я же не говорю тебе об этом. Понятно все с тобой. Алин, хватит строить из себя жертву. Надоело. А что мне еще делать, если ты постоянно поступаешь? Найди себе другого, и пусть он терпит все твои хотелки. Что не ходишь в мои сны, ты холодный пол мой. Удержит меня, когда я звоню с утра тебе. Меня знакомят из последних сил. Да, не хочу к другим, пока существуешь ты. Я так понимаю, извиняться ты не собираешься. Не буду я с ним мириться, он еще сам ко мне приползет, вот увидишь. Алин, мне кажется, тебе нужно сделать первый шаг. Если ты не сделаешь первый шаг сейчас, то потом будет уже слишком поздно. Просто забыть свою гордость и сделать это. Иначе ты будешь всю жизнь жалеть об упущенной возможности. Если любишь человека по-настоящему, нужно держать его обеими руками и никогда не отпускать. Я так хочу забыть все то, что было там, на луне. Мир твой. Не молчи, скажи мне хоть пару слов. И они нашу спасут любовь. Не молчи, скажи мне хоть пару слов. И они нашу спасут любовь. Просто ко мне сделай шаг. Если так.